среду в Самарской области будет пасмурная погода. Пройдет дождь. На севере области возможен снег. Температура воздуха в дневное и ночное время 0 плюс 2 градуса. Ветер юго-восточного направления, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, пройдет дождь. Днем плюс 2, ночью плюс 1 градус. Ветер юго-восточный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя, днем плюс 2, ночью также плюс 2 градуса. Юго-восточный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, в течение дня будет идти небольшой дождь, днем 1 градус тепла, ночью плюс 2. Ветер юго-восточного направления 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 90%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.